Ну, то есть, сегодня мы опустимся в подземные горные выработки Артемовской шахты. И бывает, что в зимние периоды по 2-3 дня бывает, дороги вообще нет. И порой я встаю за рычаги и делаю манипуляции. Элементарно это на примере взять, все в сравнении же. Когда вы садитесь за вашу машину, кто-то сел чужой, то вы начинаете ревновать. То есть, как бы, ну, вот так. То есть данная буровая установка DD-311 была приобретена в марте 2016 года. Благодаря буровым установкам то есть мы имеем высокий показатель по проходке. БШПУ никакой базы не имеет. Надеясь на нашу поддержку, кою мы оказываем. Мы находимся в цехе Rebuild, филиала по Восточно-Казахстанской области компании Sandvik Mining & Rock Technology, Казахстан. Риска вот при нашей техподдержке, риска того, что техника остановится из-за какой-то запчасти, его доля вероятности очень мала. Значит, тот перфоратор, который привезли вы на прошлое. Для выполнения договорных обязательств. Не имея оборудования, прилагая все усилия, мы проходили 100 метров горизонтальных выработок. По приходу в марте 2016 года комплекта оборудования от Sandvik мы вышли на показатели 300 метров горизонтальных выработок. Мы, естественно, отошли и держим один поставщик, один изготовитель.